Гатчинский дом культуры пригласили детвору города и района на новогоднюю сказку «Страна потерянных игрушек». Это красочный музыкальный спектакль о дружбе, доброте и храбрости. А для самых маленьких творческий коллектив подготовил веселую игровую программу с главными героями новогоднего праздника Дедом Морозом и Снегурочкой, которые и зажгли огни на елке. Этот спектакль готовился очень долго, задействовано очень много артистов. Спектакль получился шикарным. Мы приглашаем всех, кто не успел посмотреть этот спектакль, к нам в Дом культуры. И, конечно же, я хочу всех поздравить с Новым годом, с наступающим Рождеством и пожелать всем крепкого-крепкого здоровья. Участниками развлекательной игры стали сами малыши – принцессы и золушки, пираты, разбойники и благородные рыцари. Новогодних подарков хватило на всех. Мы поздравляем всех жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья, успехов. Всего хорошего в новом году.